Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт в новый сезон. И, в принципе, ребята, мы остановились вот тут в шахте. Я так думаю, мы сейчас, в принципе, закончим тут добывать ресурсы, которые тут еще как бы остались, да? Но вот сначала, Так, это что такое? Protection, Damage Reduction. Ух, нифига себе, тут еще всякие... Так, сначала, ребята, давайте все-таки печку... И давайте переплавим вот это железо, которое тут есть. И добудем еще вот это, да. Чтобы хотя бы сделать ту же кирку. И чтобы сделать хотя бы тот же меч, да. А насчет там вот этих, как их там, броньки, я не знаю. Но в принципе тоже и так это нужно делать. Но вот, не знаю, хватит ли. Ну, конечно, на полностью всю броньку не хватит, но хотя бы на чуть-чуть хватит, да. В принципе, ребята, я вылечил нашего матки по чуть-чуть, как бы, с помощью команды, да, так как в данный момент у нас еще нету вот этого, у нас еще нету хилки для, да, для того, чтобы его вылечивать покемонов. Поэтому я пока что использовал команду, потом... если, конечно, хотя бы найдем один алмаз, да, то уже, в принципе, сможем и вылечить нашего маткипа. И, в принципе, потом уже, я так думаю, даже можно начать делать те же покеболы, да. Но так как сейчас у нас еще нету покехилки, поэтому я использовал команду. Да, так, сначала давайте, ребята, что мы себе сделаем? Сделаем себе кирку, конечно же, и сделаем себе меч. Нужно или бэкпак сделать, или уже начать строить где-то дом, потому что, в принципе, уже и места нету, и нужно уже где-то более-менее так представить место, да, где можно будет остановиться, да. Так, сначала давайте вот это выкинем, что нам не нужно сейчас. Так, вот это. Пускай будет пока что вот так. Сначала еще себе сделаем еды немного. Вот тут у нас есть хлебушек. И... Давай, переплавляйся. Еды у нас уже, конечно, в принципе, уже нету, и это не очень отлично. Но пока что фиг его знает, ребята. Давайте вот так сначала покушаем. Ям-бам-барам-барам-бабам. Что у нас еще есть? Так, сначала я кирку сделал, да? Вот она. И давайте добудем себе вот это... Золото, да, в принципе, я не знаю, золото может и пригодиться, но я не знаю на что. Давайте изумруды выкопаем себе. Тоже. Я так думаю, все-таки мы, наверное, используем вот ту команду, которая позволяет вещам как бы не выпадать, да, потому что, в принципе, модов тут, ну, так более-менее нормально, да, и мобов как бы тут тоже более-менее нормально, поэтому... Чтобы не умереть, да, чтобы не терять вещи, нужно, наверное, все-таки ее использовать. Сейчас мы, ребята, добудем немного алюминия. Алюминия, конечно, много не, ну, не надо, но все же, как бы, чуть-чуть даже надо. На ту же покехилку, да, и, в принципе, еще на что-то. Поэтому сейчас мы добудем немного еще даже угля. И идем, наверное, все-таки уже заберем нашу печку и заберем наш верстак. И, наверное, все-таки уже пойдем... Куда-то, да. Так, чтобы еще выкинуть, что нам, в принципе, в данный момент так не очень нужно. И идем возьмем вот это. Да, отлично. И еще что-то можно выкинуть. Так. И возьмем печку. И пойдем. Я не знаю, есть тут еще какие-то проходы, но по идее где-то должны быть. Да, вот тут еще был какой-то. Сейчас мы пойдем посмотрим. Железо. Еще немного железа возьмем, так, чтобы можно выкинуть. Так. Отлично. И пойдем и вот сюда посмотрим, что тут. Да, как, да. Ну, в принципе, да, есть тут какие-то проходы. И отлично, что они, в принципе, вообще есть. Тут мы уже были или нет? Отсюда мы пришли, да? Да, отсюда мы пришли. Как... О, тут еще железо я пропустил. Или я просто не заметил, и еще что-то. Ладно, пойдем... Так, сейчас, секундочку. Вот так, и пойдем мы, наверное, вот куда-то вот сюда. Я там слышу пауков, поэтому не очень так, наверное... К лаве близко будем ходить, чтобы просто не бабахнуться, да, или чтобы нас паук не столкнул. Так, тут можно как-то
легонечко упасть, чтобы тут железо, но я не буду его брать, так как, в принципе, и рисково, да. Так, куча опять гравия тут. О, еще изумрудик. Ух, ребята, новая руда, новая руда. Сейчас мы ее тоже как-то добудем. Главное, чтобы она в лаву как-то не упала. И главное, чтобы нас, в принципе, никто в лаву не столкнул, да? Так, ну тут еще есть какие-нибудь шахты, ребята. Я так думаю, мы в шахтах, в принципе, очень долго не будем задерживаться, так как это и не очень так весело, да, в шахтах просто сидеть. Но, в принципе, ребята, ресурсы и так нужны, да, и всегда сначала нужно пойти в шахту, чтобы достать себе какие-то, как бы, начальные хотя бы ресурсы, да. Поэтому, ребята, давайте... О, тут еще железяк. Сейчас мы его тоже добудем. И новая руда, ребята. Сейчас мы посмотрим, что это за новая руда. Главное, чтобы она в лаву не бабахнулась. И чтобы плавать под ней не было. Я уже напугался, что нифига там не выпало. Так, чтобы выкинуть. Ладно, тут всякие... Сейчас мы посмотрим, ребята, что это за руда. Кстати, я забыл сказать, что мод еще стоит на две руки, да? Чтобы можно было использовать сразу две руки. Это тоже прикольно. О, тут еще больше руды. Давайте это тоже добудем. Отлично, ребята. Сейчас давайте посмотрим, что это за руда. Так. Ух, ну, в принципе, да, тут все можно крафтить с нее. Блоки, вот эти все. А ну, так. О, ни хрена себе! 15 урона на мече, то есть на железном мече у нас 6 урона, на алмазном мече вроде 8 урона, а вот тут 15 урона на этом мече. Офигеть, ребята! 15 урона это до хрена? Еще как? Офигеть, вот меч, вот руда капут офигенная. У нас и 5... Сколько? 8, как 8 штук? Да даже, да там же только 1, 2, 3, там же 5 штук было, а выпало 8 штук. В принципе, офигеть. Так, ну, в принципе, давайте сейчас еще немного ресурсов подобываем. Нам бы хотя бы один алмазик, чтобы скрафтить ту же хилку, да? И, в принципе, если мы найдем уже хотя бы один алмазик, то я так думаю, мы уже даже можем пойти куда-то. Тут что, какая-то ловушка была? Как я понял, да. Если мы хотя бы найдем один алмазик, ребята, то уже мы, в принципе, можем пойти и даже начать... Ух, ребята, еще что-то новое, какая-то руда. Это мы не можем выкопать, да, как я понял. И лучше давайте не пытаться копать железной киркой, да, потому что хрен его знает, выпадет ли это. И сможем ли это поднять потом. Давайте попробуем создать все-таки вот эту новую кирочку, да. Давайте все-таки попробуем. Кирочка с 13 урона, то бишь, на этой кирке, ребята, больше урона, чем на алмазном мече. Офигеть. Ладно, так, давайте лук вот этот, наверное, все-таки возьмем. Вот так. Офигенная кирочка. Я так думаю, что она, в принципе, как алмазная. Да, вот, отлично, ребята. Можно выкапывать блоки. Ну, как бы уже можно обсидиан, да, то есть железной киркой не можно обсидиан выкапывать, а вот с этой уже можно. Так, ладно, давайте пока что возьмем, ух, так, возьмем мы вот так, что это такое? Титаниум ор, что с него можно сделать? Титаниум наггет, с титаниума наггета можно делать офигенный меч, на котором 20 урона, охренеть. И всякие броньки, шмоньки и парабоньки, да? Только хотел сказать, что там еще титаниум и в ловушку какую-то попал. Так, тут у нас есть еще какие-то входы, выходы, заходы, да? Но, в принципе, сначала давайте мы все-таки пожрем немного, да? И еще немного задержимся. Ух, так. В шахте, да, чтобы подобывать вот эти все ресурсы. Ресурсы, конечно же, нужны. Так, отлично. И, в принципе, давайте еще немного пробежимся, посмотрим, что тут да как. Давайте еще добудем немного железа. Но, в принципе, ребята, я понимаю, что это шахты, да. Но согласитесь, что ресурсы и так нужно понадобывать, чтобы они, в принципе, были. И, ребята, мы нашли еще какую-то новую руду. Ух, какая шахта. Казалось,
такая маленькая, да, оказалась такая большая. Я все-таки, наверное, уберу вот этот мод, а то он меня начинает бесить с этими всякими ловушками, хренушками. Просто-напросто. Я понимаю, что это было бы офигенно, если бы просто-напросто показывалось, где эта ловушка, да, то есть вот там было бы что-то, что смахивало бы на ловушку, да, и мы бы просто-напросто видели, что это ловушка, и смогли бы ее обойти, да. Но это как бы вообще нафиг не показывается, что там да и как, и мы просто в нее попадаем, и все. Поэтому фиг его знает. Так, давайте. Это что у нас? Что у нас? Uranium ore. Тоже ураниум наггет, с наггетов можно делать, да, вот эти мечи, как бы эти мечи делаются с ураниума и титаниума. Фух, отлично, ребята, в принципе, у нас уже есть, уже самый, как я понимаю, это можно считать, да, это можно считать самыми лучшими рудами, которые только есть, да, так как с них крафтится меч, который добавляет, который имеет 20 урона, и это охренеть как много, если, в принципе, этот меч имеет 15 урона, тот, что мы можем скрафтить, это уже дохренище просто-напросто. А тот меч имеет 20 урона, то есть еще больше, да? Ну, сначала давайте, я не знаю, куда мы уже сможем пойти, но, в принципе, тут есть еще какие-то развилки, куда можно пойти. Но я так думаю, не будем мы бродить как-то очень-очень долго по карте, потому что просто-напросто... Не, по какой нафиг карте? По шахте, да? Потому что просто-напросто нет смысла... ребятки, мы нашли алмазики. Алмазики, давайте мы их выкопаем. Сколько тут? 3 штуки, в принципе, отлично. Так, чтобы вот так... Да, алмазы, ребята. Ху, ну, хотя бы отлично, что мы нашли алмазы. То есть мы уже себе можем сделать хилку. У нас есть железо, у нас есть, да, у нас есть алюминий, ребята. И, в принципе, нам уже хватает, чтобы сделать себе чтобы сделать себе печку, да. В принципе, давайте еще добудем немного золота. Я не знаю, может для чего-то оно и пригодится. Фиг его знает для чего, но может для чего-то, да. Так, давайте тут посмотрим, что тут творится. Тут не творится нифига, так как мы, в принципе, тут уже были, да. Там у нас тоже, может, что-то будет, но... Ух, как я чуть не пропустил еще вот эту руду. Так, вот так вот, и давайте поднимемся. Где она? Вот она, я ее даже не заметил, если честно. Там еще есть. С нее крафтятся самые лучшие мечи, как бы, самые лучшие шмотки, поэтому есть, как бы, нужно ее поднимать, да? Так, секундочку. Да твою ж... Так, все, ребята, пошли мы дальше. Куда бы нам пойти? Давай... О, железо. Я так думаю, мы уже, наверное, все-таки сейчас будем выбираться и найдем, может... Начнем уже, наверное, может строить какой-то домик, какую-то халупку небольшую. Воу, да харе, ну эти ловушки уже бесят. Они просто даже не показываются, что там ловушки. Они просто-напросто там расположены, и ты даже не знаешь, что там есть что-то. Действительно, я, наверное, все-таки этот мод уберу, то просто как-то нереально, да. Если бы ты видел, что там есть ловушка, то ты бы смог как-то... Не знаю, ну, а так не показывать, поэтому как-то не очень. И вот так будешь бежать даже опять. И смотрите, сколько у меня сердечек осталось. И как вообще тут? Ну нет, тут никакой ловушки. Просто-напросто не спавнится на каких-то рандомных блоках, или можно так сказать. Я уже просто-напросто боюсь туда вперед идти, так как у нас 3 сердечка, а там алмазы и... Если я сейчас опять на какую-то ловушку попаду, это будет не очень. Ну, давайте попробуем. Еще железо. Забираем. Там еще... Да, есть еще немного. И давайте как-то туда проберемся. Где у нас там алмазики? Там под ними лава, поэтому нужно как-то их... Фиг его знает как... Как-то вот так. Только один алмаз, но, в принципе, нормально. Не, какой один алмаз? 2 алмаза. 3 алмаза.
Чуть не упал. Отлично, ребята. Ну что ж, давайте, я так думаю, все-таки уже, наверное, выбираться с этой пещеры, так как уже много времени мы тут побыли. Хотя я не знаю, хватит ли вообще этих ресурсов, что мы что мы нашли, да? Я думаю, все-таки не хватит. Но я так думаю, что я потом, наверное, все-таки буду ходить в шахты без съемки, да, чтобы не проводить в шахте, ну, как бы, очень долго, да, и я, как я понял, тут уже даже нету выхода, входа и еще чего-то. Так, ребята, давайте все-таки, наверное, выбираться с этой шахты. Итак, ребята, мы выбрались наружу, и вот эти куряшки. Ух, это еще за алмазные скрини какие-то выпали. Или мне как-то кажется. Ну, в принципе, сейчас. Ну, нужно все-таки немного еды пособирать. Давайте мы все-таки выкинем. Что бы нам можно выкинуть? Так. И вот так. Еды уже у нас нету, ребята. Нужно где-то достать все-таки немного еды. Мурашки. Так, куда бы нам пойти? Куда бы нам пойти? Куда бы нам пойти? Все-таки мы, наверное, пойдем куда-то в эту сторону. Я так думаю, где-то мы, наверное, может, даже там обоснуемся. Наверное, да. Точно не знаю, но может где-то вот там. Да. Опять эти ловушки. Давай уже, сколько там. Ух, бесят. Так. Там у нас ничего нету, да? Тут есть у нас какая-то башня, но я так думаю, пока что еще даже туда смысла нету идти, так как это какая-то башня, да? И там должно быть всякой хренотени полно. Но я как вижу, тут есть всякие вот эти. Ух. Это чаще. Ух, это какие-то бонусы дают. Мне дало плюс 20 урона. Ага, то есть мы можем только одно активировать. И возьмем мы, наверное, все-таки вот это. Да, отлично. Есть у нас уже какой-то вроде, как я понял, плюс 20 урона нам дали, да? Это, в принципе, уже офигенно. 20 урона это нормально. А, это что еще за огненные коровушки, да? Ну, давайте, наверное, все-таки попробуем сразиться с нашим маткипом, да? Выбрал я маткипа, так как, в принципе, ребята, я выбирал, можно сказать, я всегда выбирал... Ух, да, меня там что, свинки лупасят? Или какие нафиг, нафиг. Ух, тут. Твою мать. Чё за хрень вообще была? Я чё-то ни хрена не догнал, что там происходило. Ладно. Итак, ребята. Чё-то вот куры тут всякие бьющиеся, наглые. Сейчас мы их... О. Опять мы в курку превратились, только сейчас алмазную. Или какая она там... Ладно, ребята, ух, пчела, я не знаю, бьется ли она. Я так думаю, что да. А, пчела, иди в попу. Идите в жопу, пчелы. Мне вот только интересно, что падает с этой Golden Apple коровы. Да иди ты. Твою мать, Ух, твою мать, как меня сейчас хренотень какая-то напугала. Какой-то червь-босс выскочил на меня, чуть не обосрался. Вот опять. Где мои вещи? Где мои все вещи? Зараза! Вот они. Конченые пчелы и всякие хрени. Ребята, я все-таки включаю нафиг вот это Game Rule, да? А то меня уже забабахало вот это каждый раз, когда умираешь, вещи эти
подбирать. Я, наверное, все-таки себе и другую мапу установлю, чтобы просто-напросто, когда убиваешь, да, когда тебя убивают, быстренько телепортироваться на то место, где тебя убили. А то меня задолбало уже вот это, капут. Так, давайте нафиг что-то выкинем, поднимем, капут. Все наши вещи, вот это уже бесит. Хрень полная, да, хрень не хрень, но то, что ты просто-напросто не успеваешь где-то что-то появиться на тебе, да чё ты хочешь? Иди в попу, я сейчас не в настроении. Потом как-то. Но то, что реально бесит, ну бесит не бесит, это отлично, да, что, но просто то, что каждый раз тебя убивают, да, и каждый раз тебе нужно бегать большое расстояние, я понимаю, но все-таки, я так думаю, наверное, я себе установлю другую. Ух, чё за парад червей? Я себе установлю. Да идите вы! Босс червь. Первый раз вижу. Хотя, почему первый? Мы еще и червя, да, можем привлечь. Тут охренеть! Идите... Ребята, давайте все-таки на этом уже закончим, а то и бесит. Ну, бесит не бесит, но тут капут. Ладно, ребята, все-таки давайте на этом действительно уже закончим эту серию. Капут. Метра даже не успеваем пройти, как какая-то хрень выскакивает. Ух, ребят, я, наверное, все-таки действительно установлю другую мапу, чтобы если тебя убивали, то ты сразу мог телепортнуться на то место, где тебя убили. Мы не будем пользоваться телепортом только для того, чтобы телепортироваться туда, где тебя убили. Потому что если вот так каждый раз очень бегать долго, то это тоже и может даже надоесть, да, если вот так каждый раз бегать. Поэтому, ребята, в принципе, я так думаю, давайте уже на этом закончим эту серию. Кто мы там? Ух, какая у нас шляпа блатная. Давайте уже на этом закончим вот эту серию, ребята. Ставьте лайки за новый сезон, да, за экшен, в принципе, за новый сезон, да. Ставьте лайки, ребята, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Ух, это что такое? Всем спасибо за просмотр. Мы с моей девушкой прощаемся. До новых встреч. Всем удачи. Всем пока.